Дорогие братья и сестры, поздравляю с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом. Вы знаете, в мире существует очень много героев. Кто-то получил это звание за свои заслуги, кто-то кого-то спас, кто-то занимался какой-то добродетельностью, кто-то, может, что-то еще сделал большое в этом мире. Но никто из этих героев никогда не сможет сравниться с нашим Господом Иисусом Христом. Бог так полюбил этот мир, что послал своего Сына. И Библия говорит, что каждый, кто будет веровать в Него, не умрет, но будет иметь жизнь вечную. И это и есть самый большой спасительный план, который мог только случиться здесь, в нашем мире. И я желаю, чтобы этот Спаситель Христос в этом новом году нашей жизни, Он стал еще реальнее, еще ближе каждому из нас. И хочу пожелать крепкого здоровья и еще больше крепких, близких взаимоотношений с нашим Господом Спасителем. Пусть Бог благословит вас.